такой маленький лежит. Грудной ребенок. Подожди, Витя! Это нормально? Найден источник загорания, ликвидирован, подручился с вами. Угроз нет, эвакуация не нужна, производим сбор бытовой. Ваша фамилия как? Какая ваша разница? Сущак, где это? Ничего! Ты сколько нас заливать будешь, а? Алкоголичка ты долбаная. У нас ремонт, год всего лишь. Ботин. Вами алкоголь сейчас управляет? Конечно. Да и что? Так вы придите в себя. И разговаривайте хорошо, нормально. По-взрослому. А сколько лет? Вначале корова командирует женщина. Хорош, что вы делаете? Вы нас поранили. Ты моя дорогая. Придавайся. Все, придавай. Одевайте свои ботинки. Я уже придал. Упадете там и умрете. Вы не понимаете этого? Сейчас я открою окна всем. А загорание где было вообще? Бросила окурок мусоропровод под раковину. Оденьте ваши ботинки. А скажите, а как часто здесь вот такие проблемы с этой жизнью? Очень часто. Пожар первый раз, а потопы регулярно. Да. Мы уже потушили, да? Там все осушили. Хотите как-то прокомментировать, как пожар у вас произошел? Да. Ну, а можете как-то прокомментировать, как загорелась у вас квартира? Ну, а вы согласны с тем, что пожарные правильно сделали, что все-таки вас спасли? Если бы они не приехали? Неправильно. А почему? То есть, а вы бы... Вы бы сейчас, у вас квартира загорелась полностью, и вы бы сгорели, погибли. Вы это понимаете? Спасибо вам, женщина. Спасибо вам. Надеюсь, вы пойдете. Так, а вы понимаете, что вы сейчас чуть ли не погибли? И пожарные вас спасли? Вы понимаете это? А к чему это привело? Что вы в алкогольном опьянении ничего не помните или как? Да. То есть и он привел к таким последствиям, да, получается? Да. Ну а пожарные правильно сделали, что вас все-таки спасли, вашу жизнь? Открыто, короче, все здесь открыто, охранять, не охранять. И ваш еще вызывать, чтобы ее забрали. То есть вы в курсе, что вы спали, а в это время соседи почувствовали запах, вызвали пожарных, а вы все спали. А был дым. Соседи не могли вызвать пожарных. Они вызвали, соседи и вызвали пожарных. Пожарные не могли вскрыть и достучаться до вас, вы спали. Если бы еще минут 10-15, вас бы уже не было в живых. Вы это понимаете? Понимаю. Но вы все-таки благодарны пожарным, что они спасли вам жизнь? Благодарна.